Привет, воронежцы! По традиции я подготовила для вас свой пятничный прогноз погоды на ближайшие выходные. В субботу весь день будет облачным и пройдет мелкий дождь. Днем столбик термометра покажет плюс 3 градуса, ночью плюс 1. В воскресенье небо затянется облаками, и на город обрушится коктейль из снега и дождя. Днем по-прежнему плюс 3 градуса, ночью плюс 1. Ищите сотрудников в свой штат? Начните поиск с сайта «Блокнот Воронеж». Размещайте свои объявления в разделе «Работа». Его увидят тысячи жителей нашего города на сайте и в Telegram. Условия размещения можно уточнить у нашего менеджера прямо сейчас. Телефон в описании.